фаза хорошая, не сильно, можно спокойно стартовать. Прекрасно, великолепно. Пошел, 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 давай, 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 прекрасно, все великолепно. Молодец. Умница, очень хорошо, молодец. Давай, у меня два человека летают, я их сопровождаю, я сейчас занят, давай. Давай, потом, давай, все порядке. Леша, будет зона подъема, на зоне подъема разворачивайся, есть налево левая клеванта, разворачивайся вдоль склона ко мне. Влево возьми, вот так, чудесно. Иди до крайних деревьев, там сам разворачивайся, где будет зона подъема, и обратно. Рацию включил? Отлично. Ближе к склону, намного ближе к склону. Посмотри, где летает Танюха. Ориентируйся на нее, не уходи далеко от склона. Видишь, тут как раз зона подъема. Вот тут и летает. Чуть вправо еще, 2-3 метра вправо. И тут и летает зона подъема, тут ты держишь. Раз, два, три, меня слышно? Хорошая фаза, не сильно, сейчас можно спокойно стартовать. Чисто, чисто. Не спеши, не спеши, не спеши, спокойно, все, нагружай грудь, все, отлично, молодец. Что вы разминаете с левыми консолями, если ты выше и слева, то можешь пролететь выше, но обращай внимание на соседние крылья.